Всем привет, с вами Penny Press. И сегодня у нас будет разыграно вот это вот шикарное АВП экзоскелет. Или вот этот вот шикарный АВП экзоскелет. В общем, неважно, она, оно, он разыгран, он будет. Все, что вам нужно было сделать, это быть подписчиком моего канала от одной недели. Поставить лайк нужно было этому видео. Мы видим, как, что с этим справилось 13 человек. Ну и, соответственно, написать комментарий. Минимум из 5 слов. Минимум из 5 слов. Сейчас я копирую ссылочку на данный видос, перехожу на сайт, где я всегда выбираю победителей. После небольших манипуляций видос загружен. Ставим, что мы выбираем только одного. Победитель будет только один. И сейчас мы узнаем, кто этот счастливчик. Кто же этот счастливчик? Ну, барабанная дробь и... Это у нас Богдан. Это Богдан у нас. Богдан стал счастливчиком. Давай посмотрим, все условия выполнены или нет. Комментарий. Участвую, хочу себе в коллекцию новый скин. 5 слов есть. Вопросов не имеем. Все отлично, молодец. Ты с этим справился. Подписка. Подписка есть и лайк. Лайк есть. Богдан на меня уже давно подписан. Вот. Но чтобы не было, ну скажем, подозрений, да, что вдруг... А вдруг там человек от меня там подписывался, да, как еще там в прошлый раз там такая фигня у нас происходила. Вот, поэтому сейчас мы все делаем. Все делаем и проверяем. Так, все делаем и проверяем. Так, Богдан. Так, надо только период не забыть, год поставить. И по дате оформления подписки мы ставим, ну, вот от 50 человек. Теперь давайте искать Богдана. Но он подписан на меня давно, это, скорее всего, еще прошлый год будет. Прошлый год, поэтому, ну, давайте маленечко на это времечко потратим. Ну, хоть какой-то контентик, да, то есть, ну и вы хоть там отдохнете от моих опенкейсов. Блин, была бы здесь это поиск, пока. Так, или я уже его про... Подожди, тут уже, он уже заканчиваться должен. Где ты? Богдан. Вот, Богдан, я вижу, тебя нашел. Подписка 16 ноября 2020 года. То есть он выполнил все абсолютно условия. То есть он красавчик, он молодец. Он выполнил все условия, а значит стал победителем. И получает вот этот вот приз. Богдан, в общем, тебе сейчас нужно будет здесь найти свой комментарий, да? Вот я вижу его. В ответить кидаешь свою трейд-ссылку, а я отправляю тебе экзоскелет. И делай с ним что хочешь, распоряжаешь по своему зрению. В общем, все. А мы залетаем на кейс батл. Я пополнил сегодня 6 сотен с промокодом. Есть 2 бесплатных кейса. Я решил сегодня это отойти от привычного, от обычного. Амонга, да? От Амонга решил отойти. И решил покрутить какие-нибудь другие кейсики. Я тут кое-что присмотрел. Сейчас посмотрим, как это все пойдет. Затерянная земля 44. Ну, пока вас оставим. Я хотел крутануть, короче, я так, вот, кейс батл есть такой сайт, под кейс, посмотрим вообще, что с него дает, три разочка откроем, что с него может упасть ворон, 36, ну, пока что не очень, динамика, это вот лучше, динамика мне нравится. Ворон, а вот ворон не нравится. Вот хот-род, знаю, стоит больше 1000. Это хорошая штука, да? Так, все, ладно, 3 раза мы тебя открыли. А, так, еще я видел тут, короче, сайт называется Angry Red. Есть такой сайт, я что-то это... Где-то... А, вот, давай тоже вот 3 разочка откроем. Сейчас откроем 3 раза Angry Red, потом откроем Angry Chuck и посмотрим, кто же из Angry круче. Кто же как бы круче, у кого у них там побольше яйца. Ну, по-моему, 40 как бы... Ну, по-моему, Red он как бы этот. Такой себе, да? Пантера 60. Ну, единственное, хоть что-то, что там типа окупилось. Так, давай теперь Angry Chuck. Посмотрим. Чак. Какой ты чак у нас вообще? Чак. Давай, 3 разочка откроем Angry Chuck. С него что-то может выпасть, конечно. Ну, а может и не выпасть. Дальний свет. Ну, как бы, по-моему, что Angry Chuck, что Angry Red. Они из одного теста. То есть полное говно, да?
Нет, как бы что-то тут дало. Энгричак что-то дал. Энгричак что? Охотник? Ну, слушай, Энгричак-то это посерьезнее будет. Энгричак будет посерьезнее. Plants vs. Zombie. Блять, неохота мне Plants vs. Zombie открывать такой. Короче, он вчера что-то прям так разочаровал. Я даже не знаю. Так, детектив Пикачу. Давай Пикачу, Пикачу. Пика-Пикачу, я тебя хочу, я тебя хочу. Пика-Пикачу. Не, нахуй, не Пикачу. С таким дропом не хочу я тебя вообще. Ниха. Что, блядь? Зуб тигра? Охуеть. А чё ты на зубе тигра не остановился? 5-7 Ками. А 5-7 Ками вообще сколько стоит? Вот так ради прикола. Ну, все хоть подороже был, да? Ладно, давай пика. Пика, короче, я даю вопрос. Тебе шанс исправиться. Зуб тигра, давай. Да, иди ты нахуй. Я, по-моему, тебя открывал уже, Пикачу там. Я, по-моему, тебя Пикачу открывал. Так, а сколько на балансе есть? Смотри, 700. Короче, 6 закидывал, 600 закидывал. На балансе есть. Давай мы тогда пока вот так сделаем. Вот эту вот тухляк, вот этот. Т. Я ставлю крест. 58, да? Слушай, ну мы вроде как бы не сильненько, но... А, Зигги? Ну, мы как бы не сильненько, да, то есть, ну, что-то под... Да, там рубли что-то на чутка, но окупились, да. Ну, то есть, вот тут было столько там, ну, да, там капелюшечка, копеечка. Так, 103 есть. Что сделаем? Подожди, что сделаем? Давай апгрейды попробуем залобать. Давай попробуем залобать апгрейды. Стандартно ловим 10%. Ну, другого мы не ловим же, да? Мы же другого не ловим. Так, ну давай тебя. Давай. Потому что как бы я другое не хочу, у тебя это заходит. Сука, кто же знал, что ты зайдешь-то с первого раза? Так, ну я не думаю, что следующий зайдет. Я вообще прям... Даже не то, что я не думаю, я уверен, что следующий не зайдет на 10%, да, то есть, и тем не менее, я попытаюсь, короче, вот эти вот, все на 10% загнать, но у меня еще есть сатен, у меня есть еще сатен, а это значит, что, так, давай мы вот тут за 3 сотни поставим, 3 сотни, и, короче, вот этих, 4 попробуем на 3 сотни залететь, затащить. Давай ФАМАС защитник пусть будет, давай. Потому что вот здесь вот остановилось, это даже 5% бы залетело, понимаете? То есть можно было там пятихатину смело ставить, а вот здесь нет, да? То есть, но он останавливается вот тут, и, возможно, вот это Зиги сейчас нам вот этот ФАМАС выдаст. Возможно, с Зиги сейчас вылетит ФАМАС. Ну нет, не вылетит. Не вылетит, не вылетит. Ладно. Может, ворона мне ФАМАС принесет? Кто его знает? Чем тут шутит кейс батл, да? Ну, почти. Ну, как бы тут 40, там, 5% было. Нет, не то. Давай. Ну, вот тут уже пора будет повышать ставочки. А вот это... О, вот здесь тормознет. Так, ладно, 40. Па-па-па-па-па-па. Так, давай мы сейчас тогда 450 сделаем. 450. Я знаю, что ты хочешь меня сейчас порадовать. Ты осознал всю свою неправоту, кейс батл, да, что ты как бы нехорошо поступал, сливал мне баланс, то есть не выдавал ничего, да, и ты хочешь извиниться. Ты хочешь извиниться, и ты хочешь мне выдать сочный какой-нибудь скинчанский, да, дропчанский. Ну вот Азимов P90, нормальный скин, то есть я его забирать готов. Давай. Ну да, но ты его не готов подавать. Ладно, хер с тобой. А, ладно, мы не сюда тогда. Так, что тут можно такое? Подожди, у меня сколько есть там? 107, да? Подожди. Так вот, если мы... У меня 754 еще на балансе есть. То есть, несмотря на то, что я сколько слил, 754 есть. Чем бы раздуплить? Чем бы тебя раздуплить? Три... А так, где звезды? Где звезды? Звездочек, давай пооткрываем. Фарм девайсы. Что за фарм девайсы? Я хуй знает, что тут. 100. Блин, на два открытия не хватит.
На два открытия не хватит. Топливный стержень. Ну, сомневаюсь. Что-то как-то ты не внушаешь доверия мне. Фарм девайс. Фарм девайсы ты мне доверия не внушаешь. Так, звезды. Давай мы откроем. 4 звезды откроем. Где звезда-то, ёптать? Калаши нет, калаши. Вот звезды, давай. Звезды. Давай 4 раза тебя откроем. 4 раза тебя откроем. Ой-ой-ой, да. Ну, ты как бы хуже Сильвера элиты даешь. Не огорчай меня. Ну, тут маленечко что-то поднасыпал. То есть с двух открывашек. Угу, ладненько, еще поставил, да. И 7 рубасиков остается. Опа. Ну, нормально, смотри, он, да? 859. Так, давай, что, апгрейды? Апгрейды, да? Апгрейды. Так. Может, контрактнуть попробовать? Блин, давайте еще контрактнем. Вот этих вот. Вот этих вот 3 закинем. Посмотрим. То есть, как бы 72 ставим. Что забираем? 81 забираем. Ну, он как бы... Второй раз вот так вот чуть маночку дает. Второй раз дает чуть маночку, да? Чуть-чуть. Ебать, видос что-то долгий получается. Так, ну давай, короче, что? Раз, два, три, четыре, 5 попыток. Есть пять попыток, которые я попытаюсь реализовать. Ну, то есть, как бы, которые хочу реализовать 300, 350. Что тут можно? Ну, хамелеон я не хочу. Вот давай резной приклад. Вроде такой нормальный. Красиво выглядишь, хорошо смотришься. Ну, не сегодня, да? Не сегодня. Ну, вот с этого за 600 рублей, да? Сейчас, короче, зайдет, и я буду думать, сволочь, надо было 5% ставить. Вот сейчас зайдет какая-нибудь... Так, как преобразователь юз без вилины? Вот у меня статрек юз... Юспи звилины нету, статрека юсп. Я, короче, все свои статреки вообще продал. Ой, статреки юспы все свои продал. У меня сейчас вообще ни одного это извилины нету. Ну, блядь, статрека это, юспи извилины нету. Хотя, судя по тому, чем я занимаюсь, да, и в голове-то их немного. Ну, тут какой такой прям пролетный. Ну, чё, давай. 8 соток и вот эти 3 мы заберем. А это что-нибудь тогда попытаемся. Золотая спираль. Нормальный такой скинчанский, да? Давай. Золотая спираль. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Такую и продать не стыдно. Но тут видно, что нет. Так, и тебя на 11%. Давай. Давай. Ух! Тоже нет. Ну, как бы нет, да? Нет, чё? Сколько я закинул? 600, 537 есть там, да? Ну, окей. Я вот это вот забираю. Забираю, да? Потому что, ну, уходить, сливать все и как бы с пустыми руками уходить не вижу смысла. Ну, вроде бы что-то и долой, ну, конечно, не по жести, да. То есть, в принципе, подслил, но немного. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И не забывайте, что у меня постоянно проходят розыгрыши, в которых вам просто рекомендую принимать участие. Всем пока и до новых встреч.